Степанович, Ингамы. Ох, даже что-то самому есть захотелось. Оп, доброго времени суток, уважаемые геймеры и геймерки, это Степанович. И я рад приветствовать вас на нашем новом кулинарном шоу на Мимосе. Будем варганить консервы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что ж, производство консерв Степанович, пожалуй, начнет с производства консервных банок. Консервация – дело тонкое. Помимо этого, я еще решил сварганить маслице из бобовых. Но для этого возьмем процессор реагентов, который почему-то больше похож на обычный кухонный комбайн с моей кухни. Пожалуй, пристрою эту штуку вот прямо сюда. Вот так. Чё-то не пашет китайская, что ли? Так, нужно, пожалуй, поизучать поваренную космическую книгу. Так, что же делать? Так, кукурузный суп. А, мне нужно 5 кукурузин, а у меня только одна. Ну что, включаем лампы и сажаем дальше кукурузину. Так что это не только передача о готовке, но немножечко еще и о сельском хозяйстве. Благо, сельское хозяйство сейчас у нас в стране прет. Глядишь, и на Мимосе попрет. Так. Ну. А мы пока попечем оставшиеся у меня запасики. Пока я занимаюсь кулинарией, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, кукурузка. Чё у меня тут еще я хотел? Чё-то же это у меня было-то где-то тут-то вот в поваренный... О! Томатный суп! Ну, это просто одно из любимых блюд Степаныча. Закрыть, готовить. Да, нам также нужно для него 5 вяленых томатов и одна банка. Ну, не знаю, они тут вяленые, печеные. В общем, какие-то такие-то томаты. Какие-то такие-то. Бобы. Бобы не идут в микроволновку. Блин, а я хотел жареной картошки консервированной. Ну что ж, тогда кину бобы сюда и сделаю из них масло. Вот так вот. То ли кухонный комбайн, то ли процессор реагентов делает нам масло в соотношении 1:1. Выключись. Так, что ж. А чё я делаю-то? Чё за затупка у Степаныча? Мне вроде как картоха нужна. Так. А, несколько масел. Одна картошка. Да? Так, ну, по идее, должна получиться картошка фри. Бэмс! Ура! Вот ваша картошечка фри, месье. Ну да ладно. Как говорила моя мама, сыночек, главное кушать жидкое. Так что приступим к готовке кукурузного супа. Готовка. Ладно. Нам нужны 5 готовых кукурузин и одна банка. Грузим это все в эту адскую желтую машину. Так, и кукурузу. Дергаем за рычаг и давим на кнопку. Что-то завинтилось. Открывать? Оба-на! Самый настоящий кукурузный суп. Ну... Правда, до этой игры Степаныч никогда не видел и не слышал, чтобы из кукурузы делали суп. Но, в общем, это что-то типа обычной консервированной кукурузы 6 соток. Да. А теперь сделаем то же самое с помидорами. 5 помидорков. Не забываем почему-то сверху добавить одну банку. И пойдем против системы. Жмем на кнопку, а потом давим рычаг. Ну-ка. Оля. Ну и последний эксперимент на сегодня. Надеюсь, сработает. Но скажу, что нет. Вроде все делаю по рецепту. Давлю на все кнопки.
и даже что-то крутится. Но потом эта дьявольская машинка делает вот так вот. И что получает Степанович? Ничего. Ну что ж, уважаемые геймеры и геймерки, это были уроки консервации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, если вдруг что не так. А вот и наш результат за сегодня. Ну, точнее, за 5 минут. Баночка кукурузы и баночка томатов. Степанович, ингамы.